если бы ты работал с этими весами, то сейчас было бы гораздо легче. Ты был бы поувереннее. Раз в полгода, год делаю. Ну, упражнения очень редко делаю. Стандартная тренировка от 4 до 6 часов длится. Вот я потихоньку каждые 10 минут отдыхаю, потом и так вот бывает тяжелые тренировки какие-то от 4 до 6 упражнений, а в легкие до 10 упражнений, может быть, под полтинником набиться, делаю тоже падает на 17 раз. А в тяжелое я даже не пробовал, сколько смогу. Ну а что будет то? Он ты в кредо сделал. Вообще неудобно подниматься. Вообще. Блин, вообще. Это не работает. Шестьдесят начнем. И там сколько пойдет. Я 91 делал, по-моему. Попробуем 80, потом 100. Оторвать. Главное отрыв, чтобы этот связку максимально загрузить. Пойду сейчас на 100 грамм, отдохну минут 10-12 и пойду. Я доволен, да, что как бы особо. Ну я резко вещь перепрыгнул, 91 делал, и сотка это большой скачок такой. Ну сейчас попробуем еще 60 на разы. Да, это как бы кто делал, тот поймет, это не так просто. Даже вот до 90 это, знаешь, еще много кто может. Вот от 90 до 100 и выше это уже, мне кажется, единицы уже могут. Ну, надо лечить потом. Заболела рука. Давай. Ой, можно я такой? На стол сесть.
Две самые сильные руки мира, да? Одна, вторая пока набирает. Я уверен, что если наберешь, то мне там увидеть ничего. Я настроен, но мне годик надо, да. Ну-ка, сжать. Поднапречь, поднапречь, зовут. Ты более сверни. Я не понимал, как его бросать. То есть кондиции возьмешь эти вот свои обычные. Там пиши пропало. Сразу я тут. Белый флажок. Ну я не знаю, Заур, руку сделай еще, можно. Заур, когда не будет, будет у вас файт. Не, разжать, Денис. Ну вот так, ладонь. Придет время. Ну ладонью, ладонью, сейчас. Да? Пальцы не имею, с пальцами. Кто знает, да? Блин, у меня вот на фотке мне показалось у Ливана. Нет, у Ливана больше мне показалось. У Ливана больше мне. Может быть, ты ближе просто стоял. Ладошка, может, больше. Ты ближе стоял, может. Больше рука. Да какая разница? Все тяжело. Блин, у тебя лево болит, да так. С тобой давай налево. Да. Это вот если бы я был организатором, я бы вот сейчас пытался сделать это. Скажите дату и время. Хочу уже чисто вот, ну, уже. Все уже говорят, да, уже, да, ради, да, фанатов, да, готов, я уже. Однозначно, с Ливаном надо его сейчас ставить, попытаться это, в этом году. Это не от меня зависит. Вот многие говорят, почему-то нет. Конечно. Это не от меня зависит. Да, это организация. Я хочу, но я не могу. Иногда неправильно, когда ты видишь, что человек готов, пытаться ему давать еще прыгать через кого-то, чтобы дойти до финала, ну, до босса, скажем так. Тут надо вот иногда прям принимать быстрые решения у Ливана в последнее время. И, ну, особо и арфайтов-то нет, а бороться не с кем. То есть к нему кто-то приближается, кому-то что-то обещает. Там Гаспарини сейчас на очереди убрано, да? И вот, я думаю, вот они должны были отбороться, если им уже пообещали. А вот следующий сделать Зауром. Это если мы хотим действительно посмотреть хороший поединок. Ливан, будь другом. Сделай праздник армрестлинга. Без очереди пусти этот Заура Бородатова. После РМСа пусти сразу меня. Я уверен, он Заур достойный. На сегодняшний день, как никто другой, побороться с тобой и дать тебе бой. И вот так. Честно, я как бы здесь боюсь брать ответственность на себя. Я так с Ливаном никогда не напрягался, не стоял. И я просто уверен, что они достойны друг друга. Победить сильнейший. Не могу. Сейчас ладно. Не могу прям рассуждать. Но получается до 23-го. До Ура есть шансы. 100%. Ну, а Ливан сейчас самый сильный, воды пить нельзя, и он должен принять этот бой. Я вот, сука, он должен доказать, что он еще есть на этом месте, на своем. Что, замерить это вдруг? Или нет? Хорош, блин. Но его я знаю, твой, ты тоже знаешь. Потом подрастунет. Сколько вот? У тебя побольше. Знаешь, запястье мышцы? Да. Я знаю, у Ливана там еще дохрена сколько-то. Понятно, я думаю, так и сколько у тебя. Я себя не измерял. 24. Ну, 20, не, 24, даже 23. Мне кажется, у меня тоже 24 на живое. 24, ну, одинаково. Чуть-чуть, может, у тебя половинка больше, может, максимум. Больше ничего мерить не буду. Так, все, обнимитесь, пожмите руки. Все, два чемпиона. Спасибо, что приехал. Тебе спасибо, что принял, покормили. Спасибо большое. Я еще раз пену. За то, что приехал.